Ну-ка, что у нас тут? Подозрительный. Отбой. Я не собирался выпускать их оттуда. Уже они прихватили большие пушки. Да уж, вот это задачка, вот это задачка. Вот еще разок. Тогда по зуботычи не дарыла.
Ты. Почти вышло! Еще чуть-чуть. Нельзя бросать дело. Нельзя бросать дело! Здесь все вооружены до зубов. На
Надо смотреть в оба. С этими парнями не шутят. Нельзя, чтобы меня заметили. Может, здесь тебе и место? Надо было оставить тебе дырки, чтобы в ладушки играть. Зубной фей придется потрудиться. Попробуй пошли. Эй, вернись сюда. Уитни нужны иллюстрации для статей. Будет весело. Ну же, паук, скорее! Так, один есть, осталось три. Поехали. Надеюсь, здесь меня ждут хорошие новости. Я должен найти следующий. Так, что дальше? Соберись. Время уходит. Еще один. Так, что дальше? Нашел! Ну давай! Учусь жонглировать гранатами.
немного, но все равно того стоит. Ха, придется снять еще раз. Что у нас тут? Знание – сила! Всегда любил читать. Запечатание живо! Ого, взгляните! Надо подписаться. Мило, это беру. Коллекцию. Почему бабочки выходят из гусениц, а не из баб? Ты посмотри на это. Да, годится. А где выход, когда ты снаружи? Пора возвращаться домой. Жаль, но придется. Можешь меня отпустить? Дальше я сам дойду! Это послужит мне уроком. Ничего личного, но только не подходи ко мне! Я должна задержать тебя, но не стану. Мне жаль, что так вышло. Правда жаль? Ладно, давай мне. Отлично! Годится в альбомчик. Хм, это что? Хм, интересно. Это я возьму. Книга печатания жива! Годится. Что у нас тут? Это почитаем. Что у нас тут? Сообщайте на КП о пропавших, а также... Этому нужна помощь. И быстро. Надеюсь, это поможет. Ну и полет. Но я уже здесь. Спасибо. Назад! Для вашей же безопасности. Позволь назад. Мне помочь тебе. Мне нужно в больницу. Обращаться бережно. Я полечу за остальными. Твердая земля. Ха-ха, здорово! О, как же мне плохо. Не ступайте за ограничительную линию. Это опасная зона. Береги себя. Ты молодец, Человек-паук. Спасибо.